Бренд премиальных абразивов Sandvox представлен компанией Changzhou Guanmen Tools and Hardware в 2011 году и зарекомендовал себя как один из самых надежных поставщиков абразивных материалов с широким ассортиментом. С 2022 года продукция Sandvox представлена в России компанией «Торговый дом Автограф» и уже успела привлечь внимание российской аудитории мастеров авторемонта. Шлифовальные материалы, инструменты и принадлежности бренда обеспечивают максимально высокую производительность при выполнении ремонтных работ. Абразивы Sandvox представлены большим спектром градаций, форм и размеров, а также видов используемых абразивных зерен – оксид алюминия, цирконевый корунд, керамическое зерно и карбид кремния. Оксид алюминия – самый популярный и экономичный тип абразивного зерна. Абразивные материалы из высококачественного зерна оксида алюминия на латексной бумаге. Серии 58 Gold Line и 136 Green Pro используются для шлифования металла различных видов шпатлевок и грунтов, а также лакокрасочных покрытий. Успешно применяются в кузовном ремонте, а также в деревообработке. Оксид алюминия обладает большой прочностью и долговечностью, максимально эффективно работает при шлифовке мягких покрытий и поверхностей средней жесткости. Циркониевый корунд – самозатачиваемый материал, который отличается высокой прочностью, значительно превышающей прочность оксида алюминия. Абразивы Sandvox на пленочной основе с циркониевым корундом. Серии 235 Grey Line и 328 Purple Line обеспечивают высокую скорость шлифования, а специальная технология покрытия поверхности этих абразивных материалов обеспечивает отличную защиту от забивки продуктами шлифовки. Абразивы на основе зерен циркониевого корунда обладают большой износостойкостью и прекрасно справляются со шлифованием металла и иных твердых покрытий – старой краской, шпатлевкой, грунтом, лаком, стеклопластиком, углеволокном, шлифовкой стен, дерева и обработкой твердых пород древесины. Керамические абразивы состоят из натуральной керамики. Во время работы микрозерна скалываются и образуют новые острые кромки, которые продолжают интенсивно снимать материал. Абразивные материалы с керамическим зерном на латексной бумаге. Серии 528 Blue Line и 518 Orange Line – одни из самых современных и эффективных разработок в сфере абразивов, обеспечивают лучшую в своем классе режущую способность и срок службы. Керамическое зерно отличается крайне высокой прочностью, твердостью и способностью к самозатачиванию. Применяется для операций, требующих большого съема покрытия за короткое время и получения высококачественной поверхности. Карбид кремния – очень твердый синтетический материал с высокой стойкостью к стиранию и широким спектром применения. Шлифовальная водостойкая бумага CW54 удобна для работы на криволинейных участках. Серия 918 Superfine Foam – материал на трикотажной основе с поролоновой прокладкой. Шлифовальный войлок 298 Premium SCAF – гибкий объемный абразив на основе синтетического полиамидного волокна, предназначен для матирования лакокрасочных покрытий в труднодоступных местах кузовных элементов. Карбид кремния идеален для обработки сверхтвердых сплавов, таких как титан. Также он применяется для финишной шлифовки самых разных материалов, от лакокрасочных покрытий, мрамора до стекла и фарфора. Широко используется в деревообработке и авторемонте. Войлок серии 298 Premium SCAF также представлен материалом на основе зерна оксида алюминия. Дополнительные принадлежности для шлифования. Защитные прокладки для шлифования увеличивают ресурс подошвы шлифовального инструмента более чем в два раза, оснащены пылеотводящими отверстиями. Шлифовальные блоки с пылеотводом позволяют добиться стабильного и эффективного результата шлифования с минимальной нагрузкой на руки. Стабильность качества продукции, развитие эффективного ассортимента и забота о клиентах – главные приоритеты Sandvox. Команда бренда всегда на связи с пользователями продукции, что позволяет улучшать технологии производства, характеристики абразивных материалов, тем самым обеспечивать высокие результаты работы каждого мастера. Sandvox. Премиальные абразивы.